6 сентября, в день рождения Шатунова, на Троекуровском кладбище не протолкнуться. Поклонники несут на могилу звезды 90-х белые розы, мягкие игрушки, воздушные шары. Вот и торты заказывали специально для Юры. Кто-то готовит кутью, да, кто-то собирает букеты. Это все идет от души. Юру все любят, Юру все уважают. У нас каждый день девочки здесь дежурят, цветочки вянут, водичку надо поменять. Смотрим за порядком. Фанаты возмущены. Директор певца Аркадий Кудряшов распорядился выбрасывать все игрушки. По просьбе Кудряшова было убрано это все. Люди приезжали со всех городов, привозили открытки, записки, игрушки. Сочли, как это хлам. Как так вот можно? Кудряшов на кладбище не появляется. А поклонники уверены, смерть Шатунова на его совести и требуют возбудить уголовное дело. Почему дотянули до такой последней минуты? Человеку стало плохо. У нас настолько сейчас медицина уже продвинута. И не помочь человеку. Юра умер на руках у Кудряшова. Это не только его вина. Сам Кудряшов винит в гибели звезды 90-х Андрея Разина. Он прямым текстом заявил об этом еще на похоронах. Виновен в этом во всем только один человек. Андрей Александрович Разин.